Школам Петербурга предложат готовить не только стандартные обеденные блюда, в состав которых входит мясо, но и постную еду в период православного Великого Поста. При разработке состава блюд частично использовались рецепты монастырской кухни. В блюдах для школьников к Великому Посту должны использоваться только растительные масла. Исключена сметана, а по средам и пятницам можно будет предлагать постящимся детям рыбу. С инициативой создания такого меню выступила мама одного из школьников. Она обратилась в аппарат детского омбудсмена, пожаловавшись, что дети, которые соблюдают пост, не могут питаться в этот период школьными обедами. Согласно новым правилам, в школьном питании необходимо будет использовать продукты повышенной пищевой и биологической ценности.